Ну а пока депутаты увлечены политикой, без ответа остаются многие социальные вопросы. Какие именно задачи могут решить депутаты за последнюю пленарную неделю? Эту тему мы попросили прокомментировать Юрия Бойко. И вот что он сказал. В первую очередь, это, конечно, закон 8362. Это изменение в бюджет, которое позволит выделить деньги для повышения задолженности по зарплате у работников угольной промышленности. Сегодня больше 500 миллионов гривен должны людям за их работу, которую они уже сделали. Второе – это закон 4471. Это возможность голосовать переселенцам. Сегодня, особенно в условиях, когда вот-вот будут выборы, лишить 1,5 миллиона людей права выбора, конституционного права, вот это вообще безобразие. И то, что блокирует парламент принятие этого закона, это свидетельство того, что сегодняшняя власть просто не хочет давать этим людям возможность голосовать. Постановление 8285 по восстановлению части социальных выплат чернобыльцам. Мы обязаны помнить о них не только в день трагедии и частично восстановить то, что у них забрали в предыдущие годы. Ну, естественно, мы настаиваем на принятии постановления 5642 о увольнении исполняющей обязанности министра охраны здоровья госпожи Супрун, поскольку она довела медицину вообще до катастрофы. Мы будем на этом настаивать. Более того, мы примем решение о том, чтобы не голосовать ни за какие вопросы, пока не будет принят закон 8362. Мы уже в среду это продемонстрировали. Мы заблокировали голосование. Практически ни один закон в зале не прошел.